Ой. Дорогие друзья, вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот у нас все тяжелее партии отличить от шайки. У нас какая-то такая схема е-декларирования. Да, прошло е-декларирование. И что это было? И что это было, расскажите мне? Легализация доходов. Ни в одной стране мира такое придумать нельзя. Никогда не работающие в бизнесе там руководители администрации всяких. От президента до областных. Прокуроры, судьи задекларировали себе миллионы. Килограммы золота. Бентли, Шментли. И нормально все в порядке. Сейчас говорят, опять все хорошо. Вот замечательную женщину показывают. Это Наталья Корчак, которая должна заниматься как раз этим. Создан для нее специальный штат. Она учила Яценюка, ее после этого там избрали. Она теперь самый главный борец с этими там декларациями. И что? И что? Миллиарды выделены на них. И что? Где это все? Зато я вам хочу сказать. У нас с ней началась переписка. Она таки нашла коррупцию. Она обратилась ее ведомство ко мне с таким безграмотным юридическим письмом. Знаете, что там сказано? Мы, исследуя коррупцию, пришли к выводу, что вы на канале News One ведете передачу, скорее всего, не бесплатно. Потому что мы не понимаем, как можно бесплатно жертвовать своим временем и работать. Я им объяснил, а теперь вам повторю в двух словах. Мы этому посвятим отдельную тему. Я им сказал, что, дорогие друзья, хорошо, если вы научились. Вы научились, паразиты, хоть что-нибудь для своей страны бесплатно делать. Она себе подняла 12 раз зарплату уже, пока там сидит. Каждый раз я слышу новые зарплаты, новые выбивания. И ничего, новое е-декларирование теперь. Е-декларирование должно было зафиксировать воров, и оно это сделало. А что происходит? Знаете, я видел такую карикатуру, печальная, Луценко так сидит, и написано, что тяжелейшая ситуация, все воруют, а посадить некого, а кругом свои. Да, потому что основные декларации – это те, кто сегодня правят страной. Основные сегодня килограммы вот этих вот, которые только что показывали, у тех, кто сегодня находится в высших эшелонах власти. И что? И что, скажите мне? 25 лет, вот сейчас сказал Порошенко, грабили страну. И что, скажите мне, кого посадили, рассказывали о таких колоссальных этих всяких там мероприятиях? Ничего, ноль результат работы. А теперь прогноз. Вот все, кто задекларировали, не работая в бизнесе, они обязаны быть отстранены от работы и сидеть в тюрьме. И это будет обязательно. Давайте работать дальше. Вы знаете, мы страна, которая, я считаю, одна из самых великих аграрных стран в мире. Мы могли бы кормить половину мира. И что и должно, просто должно происходить. И поэтому давайте разделим эту проблему на две части. Первое. Сейчас нам рассказывают, что мы сегодня развиваем аграрное производство. Хочу вам сказать, что вот то, что они сделали с аграриями, сейчас не просто не помогает, а убивает его. И должен вам сказать, что при этом они выделили за дно 7,4 миллиарда просто министерству, которое будет там подшиваться. То, что касается вот этих проходимцев, которые говорят, что давайте продадим землю, вслушайтесь в то, что они говорят. Сейчас мы будем продавать землю только физическим лицам. Это значит, они сегодня, наворовав, именно сегодня, наворовав на крови, на войне миллиарды, теперь купят землю Украины и будут навечно в ней сидеть, а вы все будете ходить, как батраки, проситься к нам не на барщину. Не может быть речи о продаже земли. Вообще об этом даже речи быть не может. Поэтому я хочу вам сказать, что если будет стоять вопрос о том, чтобы продавать землю, я буду обращаться к вам, к сторонникам своей партии, буду блокироваться с любыми другими партиями, выходить на улицу, идти к парламенту, не дать им сегодня, если мы им дадим еще продать землю, поверьте, некому будет похоронить, негде будет украинцы тогда. Вы посмотрите на эти рожи. Они что, кусочек земли? Они всю землю скупят ровно за месяц. Всю землю скупят. Посмотрите, страна завалена инвестициями. Помните эти слова? Знаете, показать вам размеры инвестиций? Вот такие. Одесский припортовый завод заработает. Уничтожили завод. Сейчас говорят, давайте в аренду дадим кому-нибудь. Ну, это какие-то безумные люди, которые уничтожают свою страну и каждый день ходят и говорят, нам лучше жить, намного лучше. Улучшается ситуация. Где она у вас улучшается? У вас, у паразитов, она улучшается. У вас она улучшается на офшорных счетах. 24 миллиарда вывели из страны за последнее время. Вот у вас она улучшается. Люди, мы не должны на это спокойно смотреть. А прогноз на Новый год хороший, я дам. Я думаю, что мы когда-нибудь в ближайшее время, в этом году уже, который наступил, забудем про них всех. Забудем как кошмар. Будем вот так говорить, что это было. Работаем. Знаете, нам надо найти свое место в этом меняющемся мире. К сожалению, глубокому, опять же, наша мидовская политика, она убийственна по всем направлениям. У нас нет друзей больше. Нам сегодня говорят, что вот у нас есть хороший друг, там, в Латвии президент. Ну, люди добрые. Это, конечно, хороший, может быть, наш друг. Но этих республик нету на мировой карте, как серьезных игроков. А серьезных игроков единицы. И все эти единицы с нами уже не хотят разговаривать. Какая для них опасность Трампа? Трамп подымет свою страну, Америку.
Нам нужно идти тем путем, о котором я говорю с первого дня, придя в политику. И сегодня, к сожалению или к счастью, подтверждается это уже окончательно. Нам надо не сдаваться каждый раз, или мы победим всех, там завоюем Москву, или сдаваться, как сейчас предлагают, все полностью. Нам это не нужно. Нам нужно объявить о создании независимого, нейтрального государства Украина, Швейцарии и Восточной Европы. Швейцарии, нейтральной страны, развивающей сельское хозяйство, хай-тек и банковскую систему. Вот три кита, на которых мы должны строить нашу страну. Три кита. И за это держаться. Что касается внешней политики. Какой ужас. В Германии того. Да вы не устраивайте цирки, не ставьте все в одну колоду и не будете бояться ни Трампа, ни того, что произойдет в других странах. Действуйте умно. Если вы хотите, я вам даже больше скажу. Ну, послушайте один раз Рабиновича. Я вот уже сейчас устанавливаю великолепные отношения с целым рядом стран. Уже сегодня. И собираюсь через две недели ехать в Голландию. Там я уверен, что тот, с кем я буду встречаться, победит. Как и уверен, с тем, с кем я во Франции встречался, победит. Потому что надо иметь башку, надо немножко думать наперед. И не сиротать заранее, что вы самые такие вот, вы никто. Вы уже должны убедиться в том, что вы не можете ничего ни во внешней, ни во внутренней, да еще ни, вообще ни в каких. Нам не надо бояться этих кризисов. Кризис — это всегда повод перевернуться и подняться. Нам не надо бояться, что происходит в мире. Нам надо строить сильную свою страну. Люди, у нас есть все возможности для этого. Это лучший прогноз, который я могу сказать. У нас есть возможности, есть сила, есть огромный потенциал. Давайте работать дальше. Как вам сказать, помягче. Ну, как сейчас красиво сказал вот диктор, что, очевидно, после Нового года вернется курс к чему-то. У нас есть уже такая потрясающая тенденция ограбления собственных граждан, когда перед Новым годом, перед теми вообще другими, когда люди покупают именно наибольшее количество чего-то, сразу вдруг курс резко скачет, чтобы выкачать из людей побольше вот этих вот, знаете, гривен. Поэтому что я вам хочу сказать? Курс нереальный. Курс нереальный, они заложили 27, они не выдержат этого курса, это невозможно выдержать. Я думаю, что курс будет за 30, и при этом то, что мы с вами говорили в начале передачи, когда они говорят о зарплате, о всяких пособиях, они должны понять, что это не привязано к курсу. Курс поднимется, будет опять еще меньше, чем раньше зарплата. Поэтому чем они будут держать курс? Опять своими траншиками, опять чем другим? Какие заложены в бюджете Украины такие вещи, которые помогут стабилизировать курс? Какие именно заложены в этом бюджете вещи, которые нам в следующем году дают возможность как-то подняться? Ни одного. Полностью бюджет проедания. Принятый ночью, в темноте, как все остальные решения. Знаете, у нас все решения ночью принимаются, да? Причем бюджет, если в прошлом году, этот бюджет, если честно, я вам говорил ровно год назад в этой же студии, он сделал в два раза, в три раза людей беднее, в два, в три раза богаче всю элиту. То этот нынешний бюджет, он побил вообще все рекорды, его вообще не дали читать. Приняли там, проголосовали. Если его нет времени просто в нашей передаче, просто хотелки заменили страну. Отдали сегодня все субвенции, которые должны развивать централизацию, отдали сегодня это умное слово, это я вам просто объясню. Кабмин сегодня взял и отдал, вот ты дашь мне 5 голосов? Тебе. Ты 8 голосов дашь? Тебе. Раздали страну по кускам, чтобы продержаться еще один год. Вот и весь бюджет, который они сформировали. Как они будут держать валюту, как будут развивать украинскую экономику? Ноль слова, ноль. Радостные улыбки, вот эти животы. Будем опять это затягивать, что затягивать? Куда мы будем затягивать этот пояс? Поэтому гривну прогноз мой такой. Если мы будем идти в этой ситуации, гривна будет за 30 точно. Работаем. Звоночек у нас в эфире есть. Алло. Да. Добрый вечер. И вам. Вы знаете, я вот... Алло. Я слушаю вас внимательно. А, вы слушаете, да? Да. Вы знаете, я постарше вас буду, пенсионер, военный, отставник, но мне очень интересно вас слушать. И вот я сейчас на такой вопрос говорю, отвечали, что вот как цены можно... Догнать зарплаты. Да мы их никогда не догоним. Вы понимаете? Еще не успели зарплаты поднять. Вы же видите, какие цены на базаре. И в магазинах. И еще один, я извиняюсь, конечно, перед оператором, такой вопрос. Это не касается именно меня. Хотя военных пенсионеров обидели очень здорово. Вот как у нас... Вот придете вы к власти. Я хотел бы, чтобы вы пришли к власти. Как можно бороться вот с такими людьми и как можно проверить, как у нас насчитывается пенсия. Вы понимаете, вот сейчас уже начали побаиваться. Спасибо. А раньше они прямо открыто говорили, я не заработал пенсию. Спасибо. Вы знаете, я вам скажу хуже немножко, так жестче чуть-чуть. Я думаю, что если мы не наладим ситуацию с
правильно построенной пенсионной системой мы не можем развить государство. Я очень много об этом говорил, и сейчас еще раз вам повторю. Скажите, должен быть стимул работать. Если у человека, вот вы, например, в Америке человек работает, у него есть стимул, он выходит на пенсию, у него хватает теперь... Его пенсии для того, чтобы нормально жить, растить, ну-ка, ездить куда-то. Если человек работает, понимая, что в конце жизни он не сможет на эту пенсию прожить, не существует никакого стимула развития страны. Поэтому это одна из приоритетнейших вещей, которая должна пройти. Пенсионная реформа – это не вопрос, что дадим 5 гривен или 6 гривен. Человек, который отработал на свою страну, честно, свои годы, он обязан на свою пенсию иметь возможность нормально прожить. Без этого не строится ничего. И нет аналога в мире. А что делать, мы знаем прекрасно. И они знают, что надо делать. Надо посадить десяток друзей этих самых главных, да, как всегда, любых друзей. Да, и сразу все пойдет хорошо. Давайте работать.